Около кинотеатра «Искра» с размахом отметили День молодежи. В организации праздника, кроме администрации муниципалитета, принимали участие сами молодые люди, занимающие активную жизненную позицию. Сегодня представлены тематические площадки по различным направлениям, таким как культура, творчество, волонтерство, спорт и прочие многие-многие другие. Отличная погода, прекрасное настроение. Большое хочу спасибо выразить всем, кто сегодня посетил данное мероприятие. Около «Искры» расположились площадки детских и молодежных клубов и организаций. Здесь проходили выставки, мастер-классы и спортивные игры. Предлагаем участникам праздника вытянуть конфету и вытянуть предсказание с чем-то очень приятным. Также можно с нами поиграть в дженгу. Для этого надо вытащить специальную карточку и ответить на вопрос, который там запечатлен. И после этого можно взять один блок игры, передвинуть его и таким образом с нами поиграть. У нас тут идет акция «Книга другу», получается, если у вас есть какая-нибудь книга. Вот, вы получаете, можете обменяться на эти книги. В это время на сцене выступали видновские рок-группы «Волчья сотня» и «Riding to the Paradise». Музыканты специально подготовились к выступлению, чтобы сделать его запоминающимся и порадовать любителей тяжелой музыки. Большое событие для молодежи и вообще для нашего Ленинского городского округа. Поэтому мы решили обновить нашу программу, сделать ее более тяжелой, как говорится, роковой прям такой. И у нас, я думаю, все хорошо получилось. На зрителям были представлены новые песни, новая программа. Затем наступило время торжественной части. Со сцены собравшихся поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Также она наградила жителей муниципалитета, которые в своем молодом возрасте уже заявляют о себе в интересных им сферах деятельности. Это как раз та самая группа, в руках которой завтра, в руках которой будущее. Та группа, которая задает основные тенденции во всех направлениях развития общества. И маленькая модель вот этих направлений сегодня здесь, на этой площадке. Награждения на сцене чередовались с выступлениями творческих коллективов и поздравлениями представителей администрации. Мы поздравляем всю нашу молодежь. Они у нас очень креативные, классные, самые лучшие, самые активные. Вы все наша молодежь. Наши волонтеры, те люди, которые всегда готовы прийти на помощь и делают это. И делают это от чистого сердца. Большое всем вам спасибо. Пришедшие на праздник остались очень довольны. Каждый нашел развлечение по душе. Мне очень нравится тут крутая музыка, и тут можно круто отдохнуть с родными. Страна дает понять, что она все-таки так же, как и взрослых, уважает молодежь и принимает их ценности, намерения и все остальное. Завершилось мероприятие праздничной дискотекой. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.